Особое внимание полицейских в ходе проверок к наличию у предпринимателей разрешительных документов на реализацию алкоголя, соблюдению временных ограничений продажи спиртного, а также является ли торговый объект стационарным. Так, в поселке Дагомыс сотрудниками полиции был установлен факт реализации вина на разлив в нестационарном магазине. Правоустанавливающих документов у продавца спиртного не оказалось. Всего обнаружено и изъято 58 литров вина в различной таре. Аналогичные нарушения законодательства в магазинах поселка Адлерского района. Там из незаконного оборота изъято около 70 литров вина. В настоящее время в отношении предпринимателя составлен административный материал по части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время данный материал передан в суд для принятия решения по существу. Мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02. Напомню, что за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрено наложение штрафа с конфискацией продукции.